Бюллетени для голосования на курорт были доставлены сегодня ночью. Работники городского избиркома в Сочи их привезли из Краснодара. Там бюллетени отпечатали в специализированной типографии. Всего было 300 тысяч бюллетеней изготовлено в типографии Краснодарского края, которая специализируется на печати вот именно такой полиграфии и способна обеспечить достаточную защищенность этой полиграфии. Я имею в виду избирательные бюллетени. Причем мы же получаем двух типов бюллетеней. Обычные и для комплексов обработки избирательных бюллетеней, так называемых КАИБов. Ранее для проведения досрочного голосования в город уже были доставлены 36 тысяч бюллетеней. Напомню, досрочные выборы стартовали 3 сентября и продлятся до 13 числа. Свой голос за понравившегося кандидата смогут отдать те, кто по разным причинам не сможет прийти на выборы в единый день голосования 14 сентября. Сегодня территориальные избирательные комиссии передали бюллетени участковым комиссиям. Документы пересчитывают, заверяют подписями и печатью. А в ближайшее время во всех районах города пройдут семинары для членов участковых комиссий по порядку проведения выборов и подсчету голосов избирателей.